Меня зовут Стас, мне 9 лет. Учусь я в 3 классе Г. Ну, скажи, пожалуйста, что ты больше всего любишь? Чем занимаешься? Конструктором играю. Играю в хоккей, в шашки. Стас такой человек, он как бы не ждет, когда к нему кто-то подойдет и познакомится с ним. Он без стеснения может подойти к любому человеку и начать разговор. И у него это получается очень легко и естественно. И люди как бы без проблем начинают также с ним общаться. Он может рассудить. Вот старшие спорят что-то там. Девочки, например, не могут что-то там разрешить, какую-то ситуацию. Вот он к ним подходит, он это, ну, в общем, может рассудить. По-своему, как бы. Хороший друг. Иногда помогает во всем. Так везде всегда со мной идут. Я бабушка. Чем вы вместе занимаетесь? Рисуем, иногда на хоккей ходим, гуляем. Мне здесь не проявлено, друзей нет у меня, со Стасиком так общаюсь. С кем мне еще общаться здесь? А это щит. Окно. Щитное. А это тоже сиденье, просто вот так делают. А мы идем. А вот это пушка. Но. А в этой пушке лежит палка, чтобы она не упала. Это кто все придумал? Мы с Колей. Два мальчика, они находятся в одной комнате. Он за него всегда защищается, Стас. Даже в школе и здесь. Хотя он сам проявил инициативу за него защищаться, потому что мальчик, который с ним живет, он не может за себя постоять. В силу своего здоровья. И вот, ну, такой добродушный Стас. Отзывчивый. Стас, у тебя здесь есть друзья? Да. Много друзей? Да. А кто твой лучший друг? Есть лучший друг? Да. Как его зовут? Коля. Коля? У тебя же Валера был лучший друг. Валера брат. В каких-то моментах Стас может где-то сказать неправду, но в любом случае, рано или поздно, он всегда сознается в том, что он поступил неправильно, потому что чувство совести, оно есть в этом ребенке, и оно не дает ему спокойно жить. И он всегда признает свои ошибки, и это большой плюс. Он не любит несправедливости по отношению к себе. В этом тоже проявляется его, наверное, уже мужской характер. Что ребенок во всем и везде ищет правду. Я помню по вчерашнему дню. Есть что-то такое, что ты сделала хорошее? Расскажи нам, пожалуйста. Сыплю детей. Меня попросили сходить туда, помочь воспитателю. Я помогу. Помог. Потом спросили, это в комнате убраться, я уберусь. Потом попросите меня. Иди помою в коридоре, я помою. В коридоре? Но. Потом мне скажут, следи за ребятами, я послежу. А сложно следить за ребятами? Нет. Нет. А усыплять не сложно? Нет. Как ты усыпляешь? Просто ему сказку расскажу, они уснут. Ну, в целом, конечно, Стас такой мальчик очень веселый, забавный, то есть он иногда может такую фразу сказать, что не каждому взрослому она будет даже доступна. Парень очень такой, я бы сказал, отличный парень. Сейчас очень любит заниматься хоккеем, у нас ходит на хоккей, конечно, возраст у него еще ранний такой, а в команду его пока не берут, но парень дает хорошие результаты, тренер говорит, что если будет так заниматься, с него может быть хороший толк. Маленький начинающий игрок. Но желание тоже большое, иногда болеет. Но по мере возможности тренируется. Но подрастет, будет играть, если все нормально будет. Желания есть, они ходят. Ну, у нас что здесь, каток отличный в Кабанске. Какие качества в человеке самые важные, как ты думаешь? Ну, он должен быть какой? Человек хороший. Добрый. Ласковый. Дальше не знаю. Культурный. Какой? Культурный. Культурный это как? Ну, это следи за одеждой.
кушает культурно, ходит культурно. Все, больше ничего не знаю. Он мечтает стать полицейским. Это его заветная мечта. Он хочет быть однозначно только полицейским. Витя только в этом, конечно, очень рады. Надеемся, что у него все получится. Свои чувства он не скрывает, проблемами делится, проблемы старается решать. Может иногда прийти грустный, с поникшей головой. Мы поговорим, решим эту проблему, найдем выход из сложившейся ситуации. И как бы он многое понимает, он, если честно, не по годам даже где-то развит, и жизнь воспринимает, какие-то жизненные ситуации воспринимает не с точки зрения ребенка, а уже с точки зрения взрослого человека. В последнее время часто от него мы слышим, что он хочет в семью, много фантазирует о семье, мечтает, что у него будет свой дом. Хочет добить до конца. Еще и оставить. Что я хочу домой, чтобы меня забрала семья. Любая. Потому что мне нравится в семье. Как говорится, в приюте хорошо, а дома лучше. Сделай первый шаг, ты же сильный. Сядь в машину, приедь в детский дом. Стань счастливей и сделай счастливым малыша уже в доме своем. Стань счастливей и сделай счастливым малыша уже в доме своем.